что, начинаем новую серию. Мы подъезжаем в Варшаву. Там я буду менять автобус. Садится на Рига Прага. И уже едем в Прагу. Орлен, ну Орлен это вот видите, цены на бензин 5,70. Ой, я честно говоря, сейчас точно не помню, по-моему, доллар. 1,4 злотых везет. Ну, я посмотрю, скажу вам. В общем, я посмотрел, это уже Варшава. Здесь уже похуже плитка или нет. Ну видите, плитка, она неровная, но это плитка. Тем не менее. Подъезд под дорогу. Ух ты, какие там небоскребы. Мы заходим в дрифт на автобусе. Наш водитель, конечно, гонит вообще офигеть. Хоть мы и опаздываем, летит он солидно.
Не знаю. Слегка хочется спать. Вот, проезжаем над рекой. Висла. О, вот этот стадион. Мы его тоже видели. Были там. Солидный бизнес-центр. Ничего себе. Высокий. Все, вот видите, заходим, приезжаем. Сзади этот бизнес-центр. Сказали, что... Короче, тут много людей, очень много людей едет в Прагу. Короче, много кто уже переживает, что автобус уедет, но сказали, что автобус будет ждать. Панику поднимают. Панику на борту разводят. Смотрите, какая здесь плитка. Ох, свежо-то, конечно, в Европе. В общем, мы приехали. Достают сейчас чемоданы, я свои чемоданы сдал в конце. Вон наш новый Эколайнс стоит, нас ждет. Он должен был всем отъехать, мы приехали сейчас... 7.06, но вообще... Правильно, мы приехали в 6.56, просто неправильно типа водитель выбрал. Ну, в принципе, и ничего страшного. Нас подождали, их в порядке. В общем, сейчас я беру туда свой чемодан и пересаду. Все, забрал свой 30-килограммовый груз. Из чемодана идем на второй автобус. И... Ой, ладно, я не туда пошел. Ну ладно, обойду сюда. Все, это моя стандарт.
У меня ничего страшного нет. Да, и идем на вот такой Eco Lines. Что тут написано? Становиско Лензенародово. Какое-то становиско, так помню. Изменение международное. Это странное название. Герой. Это направление. Рига. О, КЛВ автобус. Ничего себе. Слегка замызганное стекло.